кстати. Ты мне не говоришь там, поехали там. Ну, поехали. Хлопушка. Итак, сегодня еще один великий день в истории, значит, российского автоспорта. Мы берем и вводим санкции против, может быть, всеми любимой. Ну, например, я вот купил практически только что и не ел ее абсолютно. Все там внутри, вот просто там какая-то дрянь внутри. Вводим санкции против Макдональдса, все вместе хором, всей России. Берем и сжигаем это, значит, как это называется? Фастфуд. Нет, это понятно, что это фастфуд, но это как все это называется? Макдональдс, как? Что такое Макдональдс? Это кафе быстрого питания. Ожирение и все понимаю. Такое. Это всемирное зло. Это всемирное зло. Они, наверное, туда добавляют какие-нибудь препараты 100%, чтобы мы были от него зависимы, понимаешь? Вызывает привыкание, да. Вызывает привыкание, конечно. Мы поэтому берем и сжигаем на огне, на костре все это делаем. Вот так, и раз. И ох ты, как горит. Нифига себе. И вот произошло очищение огнем. Опа. Че, горит? Прекрасно горит. Смотри, смотри, вот его дух. Дух Макдональдса пошел. В небо уходит. Дух Макдональдса. Ты даже игрушку от Happy Meal сжег? А что там за... Нет, игрушку мы забрали. Вот она. Покажи игрушку. Тямка, игрушку покажи. Вон, красный, ладно. Игрушку покажи. Он ее тоже уже уничтожил. Вон, это игрушка. Все, он ее уже сломал. Ну и правильно, тоже вел санкции. Я тебе говорю, этот Макдональдс, он все свой фугах из нефтепродуктов. Фугах воняет, надует. Фу. Нефтепродукт. Какой запах мерзкий. Гамбургер из солярки, наверное. Прессованный, наверное. Селедол. Старый, знаешь, отработка вот эта, да, с песком и с илом. Как факел прям, интересно, да. Да, очень интересно. Вот вам и Happy Meal, Happy End. Дурят голову. Запах водичи. Там еще было. Было. Happy Meal.